Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас обзор моих покупок из магазина Fix Price. Давайте начинать! И сегодня обзор я хочу начать с покупок для нового члена нашей семьи, а именно для нашей кисы Анфисы. Приобрела я вот такой вот древесный наполнитель для кошачьего туалета. Здесь 2 килограмма, стоил он 99 рублей. Буду тестировать, обязательно расскажу вам в пустых баночках или, может быть, в обзоре полочек, понравится он мне или нет. Также для своей кисы приобрела вот такие вот игрушки, мышки. Стоили они 55 рублей, 2 штуки. Мышки с бубенчиками на хвостиках. Я думаю, моей киске понравится. Ну и последнее для своей кисуни. Взяла вот такой вот корм Шеба мини с курицей. Стоили они 3 штуки за 50 рублей. И здесь 50 грамм. Моей кошечке они понравились, поэтому с удовольствием повторила. В прошлый раз брала еще ей Феликс, но, к сожалению, нам он не подошел. По традиции я приобрела не молоко. Овсяное, шоколадное, стоило на 99 рублей, здесь 1 литр, нам очень нравится. И также овсяное классическое, 3,2%, также 1 литр, но это уже стоит 77 рублей. Берем его очень много, очень часто, нам нравится, мы с удовольствием его пьем. Так, из суперских новинок решила я обновить свои наволочки с пайетками. У меня есть наволочки из прошлой коллекции, коричневые и розовые. И решила их поменять на вот такие вот классные новые наволочки с рисунками. Взяла солнышко, пайетки двусторонние, с обратной стороны просто серебряные. Солнышко и смайлик. Вот такой вот классный смайлик. Наволочка размером 40 на 40 сантиметров. Стоит она 199 рублей. Это 100% полиэстер. Очень приятная с обратной стороны ткань. И молния, в принципе, работает все хорошо, все замечательно. Мне все нравится. Есть, конечно, небольшие ниточки. Но это внутри, это не страшно. Этого видно не будет. И никак это не повлияет на процесс эксплуатации этой наволочки. Вот такие вот классные новинки. Были еще два вида с фламинго и, по-моему, с единорожкой. Да. Но я решила, что нам такие больше подойдут. В отделе кухня тоже было очень много новинок. Наконец-то до нас доехали вот такие вот декоративные салфетки в рулоне. Стоили они 77 рублей, были в трех цветах, розовые, синие и вот такие вот кремовые. Этот рулончик кремовый был последний, я его вот увела. Размер этой салфетки 30 сантиметров на 150, она антискользящая. Сделана она из ПВХ, очень красивая, классная, качественная салфетка. Я вам всем рекомендую, присмотритесь, можно на подоконник постелить, можно в шкафчике на полочке. В общем, будет все замечательно, красиво на вашей кухне смотреться. Для своего сынули приобрела вот такое детское туалетное мыло фигурное. Это тоже новинка. У нас были только вот такие с левушкой. Здесь 60 грамм и стоило это мыло всего лишь 25 рублей. Поближе вам состав показываю. Если кого-то это интересует, нажимайте паузу, останавливайте, читайте. Также классные новинки, появились новые ароматизаторы для автоматических распылителей Air Pure, новые ароматы, например, вот такой вот с ароматом сочной груши. Всего было 4, я, к сожалению, смогла увидеть только 3 аромата и все их взяла. Очень вкусный новогодний аромат, пахнет действительно грушей, немножко отдает корицей. Всем вам рекомендую к ним присмотреться. За 99 рублей, по-моему, вообще великолепно. До 2 месяцев непрерывного распыления, как заявлено от производителя.
Также из этой же серии взяла еще два. Это вот такой вот праздничный ассорти с ароматом имбирного пряника. И еще с ароматом апельсина и клюквы. Апельсин действительно пахнет цитрусом. И есть небольшой оттенок именно ягодного аромата. Я думаю, это клюква, как и заявлено. Так, и пряник. Ой, пряник очень вкусно пахнет, действительно имбирным пряником. Рекомендую вам, присмотритесь, очень классные ароматы, тем более сейчас, к Новому году, чтобы создать себе праздничное настроение. По традиции взяла пакеты прочные для мусора, биоразлагаемые, ароматизированные. Они рассчитаны на 60 литров, и здесь 20 штук. Взяла с ароматом лимона и с ароматом ванили. 55 рублей, беру их всегда с удовольствием, пользуемся только ими. Из новинок решила попробовать вот такой вот новый кофе. Интересный, 70 грамм, стоит всего лишь 99 рублей. Для довыдов это вообще не цена, это просто сказка. Не знаю, надеюсь, там действительно кофе, а не цикорий. Сейчас к Новому году расчехляю все свои гирлянды, и прошлогодние, и те, что сегодня, в этом году покупала. И для них нужны батарейки. По традиции Energizer, пальчиковые, две упаковки, по 4 батарейки, 99 рублей каждая, самая дешевая цена в фикс-прайсе. И взяла еще одну упаковку мизинчиковых батареек, также 99 рублей. Так, а оказывается, пальчиковых я взяла 3, вот еще одну нашла. На кассе, уже уходя, увидела вот такую вот конфетку, марципан, 77 рублей. Такая она тяжеленькая, решила взять ее попробовать, вдруг понравится. Поближе вам покажу состав. Кстати, я в составе особо ничего плохого не вижу, вот только соевый лецитин, да и все. В принципе, ничего страшного тут нету. Здесь 100 грамм. Если успеем попробовать к выходу этого видео, обязательно подпишу, понравилось или нет. Сейчас сезон болезней. Мы уже его открыли. У меня уже переболела дочка. Сейчас болеет сын. Решила прикупить вот такие маски. Здесь 10 штук. Сделаны в России. Качественно, комфортно, надежно. Черного цвета. Обычные маски. Медицинские, одноразовые, трехслойные. И взяла еще вот такие обычные, стандартные, только здесь уже 5 штук. Ну, маски как маски, пускай будет. Я думаю, такие вещи всегда нужны в доме. Так, кстати, маски белые, взяла 2 упаковки. Сейчас вам скажу по цене, сколько они все стоили. Значит, вот эти стоили 18,30. А черные маски стоили 55 рублей. Ну, конечно, дешевле будет покупать вот такие. Так, что еще у меня есть из моих покупок? Вот такая соль для ванн, апельсина гуарана. В прошлый раз брала шоколад. И была еще личи, по-моему, с чем-то. Да, такая розовая соль. Мне понравилось, как они пахнут. Но, к сожалению, еще не использовала их в действии. Ничего не могу сказать. Ой, эта соль очень вкусно пахнет апельсином. Все-таки зима настраивает на апельсин, хотя для меня апельсин ассоциируется не только с зимой, но и почему-то с летом. Очень нравится мне запах апельсина. Буду ей пользоваться с огромным удовольствием, а может быть, кому-нибудь и подарю на Новый год. Еще не решила. Из новинок взяла вот такой вот гель для душа, 99 рублей. Это новинка от Palmolive. Называется «Улыбка лета». Здесь 250 миллилитров. Пахнет очень вкусно. Я бы сказала, сначала мне показалось в магазине, что клубничным йогуртом, но сейчас я чувствую, что нет. Он больше запах похож на вишневый йогурт, такой кисленький. Еще из новинок увидела у нас вот такие вот шипучки для ванны. Клубничка, жвачка.
шоколад и кола. Стоили они 18,30. Я так понимаю, это те же самые бомбочки для ванной. В обзоре полочек мне уже одна из моих подписчиц написала, что они не особо шипят, дают цвет, ну и немножко запаха. Ну, в принципе, я думаю, они все так не особо-то шипят. Я, например, делала сама даже эти бомбочки, у меня они тоже не особо шипели. Поэтому, думаю, ничего страшного здесь. Так что для кого важно, чтобы они прям шипели-шипели, это не ваш вариант. Так, своему сыну взяла вот такие вот классные наклейки. 50 рублей с животными. Будем изучать. Он у меня очень любит клеить наклейки. Тем более, что эти объемные. Ему удобно будет самому их отклеивать от основного листа и приклеивать куда-нибудь к себе, например, в альбомчик. Дочке взяла новые носки. Вот такие вот от Zuvey. 55 рублей. Хлопковые. Размер рассчитан с 36 по 40. Здесь 67% хлопок, 33% полиамид. Изготавливает их Китай. Стирка при 40 градусах. Никаких претензий к пошиву у меня нету. Нитки не торчат. Все сделано очень даже аккуратненько. Я взяла голубенькие. Вот такие синие. И вот такие вот розовые носочки. Ну и самое-самое классное, что я вам покажу, и последнее на сегодня. Это вот такой вот блокнот. Взяла его себе в коллекцию. Новенький, классненький, синенький. Я бы сказала, сине-зелененький. Такой цвет непонятно какой. По-моему, называется Тиффани. Вот с таким вот дизайном, декором. В виде фотоаппарата и на резиночке. Плюшевый, красивый. Было несколько вариантов, несколько цветов. В обзоре полочек я все показывала. Ссылку оставлю в описании, можете пройти посмотреть. Сам блокнот в клетку, и он прошит. Также есть закладка. Количество страниц, к сожалению, не указано. Ну, я думаю, здесь страниц 80, не меньше. Очень приятный, прям вообще не оторваться вот от этого от всего мехового безумия, назовем это так. Классный блокнот. С удовольствием им буду пользоваться сама. Никому не подарю, никому не отдам. Цена по традиции 199 рублей. Ну, вот такие были покупки у меня на этот раз. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно ставьте лайки, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о моих новых видео. А я вас всех люблю и всем пока-пока!